Добрый день, директор Витебской СДЮШОР номер 1, Пашковская Светлана Михайловна. Сегодня у нас проходит чемпионат Витебской области и отборочные соревнования для участия наших спортсменов, учащихся в первенстве Республики Беларусь. И сейчас вы увидите финальные прыжки. Программа называется «Прыжки на батуте. Дисциплина. Прыжки на акробатической дорожке». Для выполнения первого финального упражнения на дорожку приглашается Кахолка Варвара. Богуш Никита. Что пожелать команде Витебской области на предстоящих соревнованиях в Минске, теннисным белорусам, желать им самых высоких результатов. Остальным участникам пожелать более качественных прыжков, тренировки зарабатывать и пропускать, и не болеть. Соревнования объявляются закрытыми.